Работы проведены на площади более 5000 гектаров. Урожайность составляет 54,2 центнера с гектара. В числе лидеров по сбору урожая по-прежнему крестьянско-фермерское хозяйство Пилоса Закаряна, ОПХ «Анапа», а также агрофирма «Гастагай». Завершить уборку хлеборобы планируют к концу недели. На сегодняшний день уже собрано около 30 тонн колосьев. Параллельно с пшеницей полным ходом идет и сбор гороха. Обмолот уже произведен на 800 гектарах.